Вы смотрите обзор товара капельница концевая, регулируемая, 0,10 литров на Че 10 штук, 1391. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Капельница концевая регулируемая Гордына является элементом системы микрокапельного полива Гордына Micro Drip System и идеально подходит для направленного полива отдельно посаженных растений или посаженных в ряд растений с разной потребностью в воде. Расход воды может регулироваться в диапазоне 0, около 20 литров на Че, съемная крышка снабжена встроенной иглой для удобной прочистки загрязненной капельницы. Для полива отдельно посаженных растений капельница вставляется в выходной конец подающего шланга, 3/16 дюйма. Капельницу можно напрямую установить в магистральный шланг диаметром 13 мм, 1/2 дюйма, сделав в шланге отверстие с помощью инструмента для сборки, ART, 8322-20. В комплект входит 10 капельниц. Регулируемый напор в соответствии с требованиями к поливу. Расход при поливе регулируется в диапазоне 0,20 литров на Че, в зависимости от типа растений. Рациональный полив. Система микрокапельного полива Micro Drip System обеспечивает точный дозированный полив каждого растения и рациональное использование воды. Легкая чистка. Игла для прочистки встроена в съемную крышку, благодаря чему игла всегда под рукой для удобной прочистки капельницы. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.